Добрый день! В прямом эфире ННТВ свою работу начинает видеоканал «Здравствуйте». Мы предлагаем вашему вниманию новости медицины, прогнозы для людей метеочувствительных и беседы о здоровье с самыми разными практикующими нижегородскими специалистами. Две недели назад у нас в эфире был разговор о цистите, о том, почему вот число обращений к врачу растет именно сейчас, весной. Мы получили большой зрительский отклик, нам звонили и после окончания передачи в редакцию, задавали вопросы. В общем, мы поняли, что одним таким тематическим выпуском нам никак не ограничиться. Поэтому сегодня в нашей программе мы продолжим разговор. И речь пойдет не только о цистите, но и о многих других проблемах урологического характера. У нас в гостях Павел Николаевич Голуб, врач-уролог, член Российских обществ урологов и онкоурологов, член профессиональной ассоциации андрологов России, который ведет прием в городской поликлинике номер 7, поликлинике городской клинической больницы номер 38, но еще и в частных клиниках. Вот именно этот гость две недели назад у нас был как раз в эфире. И, в общем-то, разговор действительно был очень активный, потому что проблема оказалась очень такой весомой, да, значимой. Здравствуйте еще раз. Да. Здравствуйте, рада вас видеть. Дорогие друзья, вот все, о чем не успели поговорить в прошлый раз. Или, может быть, еще какие-то темы, которые нам удастся сегодня затронуть, важные для нашего здоровья по части урологии, мы принимаем сегодня от вас. Врач готов на них ответить. Пожалуйста, телефон прямого эфира 434-3477. Направляйте нас. Если что-то волнует, что-то интересует, что-то хотите уточнить, пожалуйста, звоните. Ну, а мы давайте с вами начнем все-таки разговор с того, что вот попытаемся все-таки ответить на вопросы, которые приходили после окончания передачи. И вы знаете, очень много таких вопросов, непониманий было. То, что касается, к какому же специалисту обратиться. Вот у нас есть гинеколог, уролог и нефролог. Вот такие три разные специальности, но с этими симптомами учащенное мочеиспускание, дискомфорт, боли, и у женщин еще и выделение, вот как бы на самом деле, оказывается, пациенты теряются. Кто-то вот говорит, что, в общем-то, если уж цистит, то не к гинекологу, а к урологу надо. Кто-то, наоборот, считает, что вот раз есть выделение, это гинеколог. Как на самом деле все это происходит? И нефролог-то всплывает, потому что вот был вопрос, что цистит плюс пилонефрит – это вот очень такая частая связка, спарринг такой. К кому нам идти провериться? Прежде всего, необходимо разграничить специальности медицинские. Это урология, нефрология и гинекология. Значит, урология занимается мочевой системой женщин и мочеполовой системой мужчин. Гинекология занимается половой системой женщин, соответственно, ведением беременности и родами. Вот. А нефрология очень тесно связана с непосредственно урологией, и занимаются они терапией почек. То есть это хронический гломерулонефрит, хронический пилонефрит, хроническая почечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Вот. Почему же тогда цистит все-таки вот пытаются и лечить, и иногда диагноз такой ставят, и гинекологи, и в кабинете у нефролога могут также вот эту проблему обнаружить? Как связано все это? Суть-то в чем? Мы лечим в целом не одно заболевание, а лечим пациента. Поэтому необходимо, конечно, консультироваться и ходить не к одному специалисту, прежде чем будет назначено правильное лечение. Конечно, и гинеколог отправляет к урологу, и уролог отправляет к нефрологу на дополнительные консультации. Мы все работаем коллегиально, скажем так. Поэтому и лечение направлено не только однобоко в какую-то сторону, но направлено на целого пациента. Нельзя разграничивать как-то пациента, выделить определенную мочевую систему, и при этом не будет страдать, допустим, гинекология. И также мы не можем отдельно выделить гинекологию, и при этом не будет страдать мочевая система. Угу. Все-таки в одном организме находится. Мы говорим вот о том, что органы уж так устроены, да, устроена наша мочевыделительная система. Выполняет какие функции эта система? Вот в связи с чем вопрос? Вот воспаление мочевого пузыря, тот же самый цистит. А где-то тут и пилонефрит, и какие-то гинекологические проблемы. Вот цистит в основном – это только вот воспаление мочевого пузыря. Или все-таки от подобных проблем страдает организм в целом?
цистит — воспаление слизистой мочевого пузыря, но при этом может быть и путь восходящей инфекции. То есть инфекция может подниматься и выше, по мочеточнику подниматься может в почке. При этом инфекция, цистит может быть как не ярко выраженной, так и очень ярко выраженной, и с повышенной температурой, с гематурией проходить, то есть с выделением крови при, при мочеиспускании. Процесс затрагивает непосредственно весь организм при этом. Если все-таки мы не пролечились, или вот эти симптомы, допустим, такие у нас слабенькие, да, не ярко выраженные, когда ты думаешь, ну вот вроде бы можно и сходить к врачу, а может быть как-то вот само собой. А все-таки надо пролечивать эти заболевания или нет? Конечно, заболевание любое должно быть долечено до, скажем так, логичного итога. Значит, цистит бывает нескольких видов течения. Это и острое, подострое, и хроническое латентное течение. Вот чтобы не было хронического латентного течения, необходимо цистит лечить в остром и подостром периоде. Как только начались какие-то проявления? Симптоматика. Соответственно, необходимо посетить специалиста, который выпишет и определенный список анализов, которые необходимо будет сдать, и обследование, которое необходимо будет пройти. Вот об анализах мы подробно поговорим, а пока только хочется вот спросить, если уж такое частое, а вот мы говорили в прошлой программе, что действительно цистит – это такая проблема частая на сегодняшний день. А нужно ли показываться урологу в каком-то периодическом режиме? И как часто, если тебя даже ничто не беспокоит? Есть, конечно, определенная категория лиц, которые необходимо посещать уролога регулярно. Это и мужчины старше 50 лет в ряде определенных особенностей мочевой системы, ее возрастной перестройки. Это и женщины, конечно, страдающие другими хроническими заболеваниями, которые затрагивают не только мочевую систему, но и гинеколог должен обязательно направить женщину на консультацию к урологу, дабы, скажем так, в комплексе представить ее организм. Скажем так. Ясно. Ничто, да, ничего не изолировано. Конечно, получается. Конечно. Все органы находятся очень рядом, поэтому нельзя лечить один орган и в то же время как-то упускать из внимания второй. Хорошо, спасибо. Есть вопрос? Давайте будем отвечать. Алло, мы слушаем вас. Алло. 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 Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Елена, и хотела бы спросить. Говорят, есть цистит медового месяца. Вот меня интересует, это просто выражение такое существует, или это действительно диагноз есть такой? Спасибо. Да, действительно, очень красивая фраза «цистит медового месяца». Ласково так ее называют. Значит, это обмен микрофлорой половых партнеров, по сути. Почему говорят «цистит медового месяца»? Просто как-то принято считать, обмен микрофлорой именно в медовом месяце происходит. Значит, у всех людей, все мы люди разные, на коже представлено разное количество бактерий и разное количество соотношений этих бактерий. Соответственно, когда происходит обмен при половом контакте микрофлорой, возникают у некоторой категории лиц с ослабленным иммунитетом и с ослабленными иммунными реакциями возникает заселение своих слизистых оболочек другими инородными бактериями. Чужими, да, получается? Чужими, по сути. Но это все, скажем так, коррегируется с течением времени. Но, тем не менее, если ярко выраженная симптоматика, необходимо, конечно, обратиться к специалисту, сдать мазок, необходимо будет из уретры, сдать общий анализ мочи необходимо будет, и мазок из влагалища, соответственно, необходимо будет сдать тоже. То есть, в общем-то, цистит медового месяца – это не диагноз все-таки, но тем не менее состояние, которое вот обостряет как раз цистит. Да. Но цистит вызывается и в этом случае, и в случае вот этого подвида заболевания теми же самыми бактериями. Суть-то в чем? Цистит, да, конечно, возникает при заселении, скажем так, мочевого пузыря бактериями, которые в норме находятся у нас и во влагалище у женщин, соответственно, и на слизистых оболочках у мужчин, на слизистых оболочках полового члена. Цистит возникает при, скажем так, раздражении этих бактерий слизистой оболочки. Вот. То есть агрессивно проявляют себя бактерии, внедряются в слизистую оболочку, вызывают там воспалительный процесс. Ясно. То есть, ну и вот это тоже надо учитывать в качестве профилактики. Бывает такое, встречается. Поговорим о том, что может усилить, да, подобные эффекты и вызвать цистит чуть попозже. Есть вопрос? Ответим? Конечно. Алло? Здравствуйте, алло? Доктор. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, вот у меня в данный момент острый цистит. Вот. По клеточному составу моча лейкоцитов у меня 1208, а норма 39. Вот. Какие серьезные последствия у меня могут быть, если я не буду принимать антибиотики, то есть буду лечиться
травками, допустим, вот. И какие препараты, иммуномодуляторы нужно пропивать для восстановления иммунной системы? Так, спасибо за вопрос. Так, вот с количеством сначала давайте. С количествами бактерий. Значит, в норме в поле зрения в микроскопе должно быть не более 3 лейкоцитов. Здесь измерения шли, как я понимаю, немножко в других единицах, измеряли не в полях зрения в микроскопе, а измеряли в миллилитрах, то есть количество бактерий на миллилитр. Делали, как я понимаю, в частной лаборатории, скорее всего. Вот. Тем не менее, это количество зашкальное. Необходимо назначить антибиотики широкого спектра действия, необходимо назначить фитопрепараты, которые будут заниматься профилактическим лечением цистита, и дабы чтобы этот цистит не возник впоследствии, и, соответственно, иммунопрепараты, которые будут укреплять иммунитет, но это уже после лечения основных проявлений данного заболевания. Вот только на травках по вопросу, чем это можно грозит? Ли обойтись? Вот без антибиотиков можно ли обойтись в данном чем случае? Это грозит? Во времена наших дедушек и бабушек не было еще такого широкого спектра антибиотиков, которые представлены на данный момент. Но и на данный момент век антибиотиков, он, скажем так, почти исчерпан. Потому что новых антибиотиков практически не создается, а старые антибиотики перестают действовать на те злые бактерии, которые все-таки пытаются как-то внедриться в наш организм. Значит, что необходимо делать в ситуации острого цистита? До конца пропить курс антибиотиков. Не прерывая. Даже если симптомы перестали. Даже если симптомы исчезли буквально на второй день. Так чаще всего и бывает. Это значит, лечение было назначено все-таки правильно в данной ситуации. Симптомы должны покинуть человека, организм покинуть должны буквально на второй день. Облегчение должен испытать пациент. Вот. Но, тем не менее, все назначения врача, которые записываются, необходимо выполнять точно по инструкции. В избежание привыкания, да, к тому же, конечно, тем же самым, конечно, препаратам. Плюс еще, значит, если лечиться травками и фитопрепаратами, бактерии фитопрепаратами никак не выводятся из организма. Все-таки антибиотики выступают как решающий фактор в лечении цистита. Что мы добиваемся? Добиваемся снятия симптоматики, то есть воспаление немножко уходит, бактерии остаются на этом месте, но бактерии такие существа, которые начинают внедряться глубже в подслизистую оболочку и образовывать там биопленки, которые впоследствии обычным антибиотиком уже не разрушить. Эти биопленки остаются с людьми на всю их жизнь. Вот. И впоследствии при ослаблении иммунных реакций организма бактерии выходят из подслизистой оболочки и вызывают воспалительный процесс. Это может продолжаться до бесконечности. Но все-таки вот выскажите ваше мнение вот по поводу иммунопрепаратов, иммуномодуляторов, да, если правильно я расслышала вопрос. Если все-таки мы говорим о том, что иммунитет-то надо поддерживать, дабы бактериям не сдаться вот так без боя, что бы посоветовал уролог? Потому что вот мы знаем, что у нас бывают и терапевты, они какие-то свои вот вещи проговаривают. Что уролог посоветует? Что посоветовал уролог? Посетить аллерголога-иммунолога, дабы посмотреть весь иммунный профиль организма, сдать определенные виды анализов. Уже исходя из этого, будет назначено лечение правильное. То есть это либо будут иммуностимуляторы, либо будут иммуномодуляторы. Есть еще терапия, скажем так, иммунная тоже терапия, но препаратами, которые содержат в себе разрушенные антигены бактерий. Таких препаратов не так много. Есть такой препарат Урваксом, он используется для лечения именно циститов, ассоциированных с кишечной палочкой. Там содержится больше 16 различных видов штаммов кишечной палочки в разрушенном виде. Впоследствии организм способствует как бы развитию своей личной иммунной реакции прицельно на те антигены кишечной палочки, которые мы вносим. Вот. Еще вопрос давайте примем. Да, конечно. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Галина Александровна. Хотелось бы доктору задать вопрос по поводу большого количества кристаллов в моче у моей внучки 5 лет. Может ли это быть проявлением цистита? Так. Спасибо за вопрос. 5 лет. Очень интересный вопрос. Девочке 5 лет, значит, кроме кристаллов в моче, как я понимаю, наличия других изменений нет. Ну, это, видимо, ничего, да. Вот. Необходимо, конечно, посмотреть за девочкой, что она кушает. Потому что диета имеет большое значение в этом смысле. Большое потребление соли, оно ведет к отложению солей не только во всем организме, но и выделению этих солей
почки способствуют выделению, выведению этих солей, лишней соли из организма. Соответственно, диету девочке необходимо немножко поменять. Исключить копчености и солености на ближайшее время. То есть усилить, вот чипсы все да, те самые. Усилить питьевой режим и, конечно, сделать, выполнить УЗИ почек, дабы исключить наличие мелких камней в почках. Что обычно тоже возможно, да? Конечно, конечно. Проявлении. У детей, как и у взрослых, есть мочекаменная болезнь. И проявление мочекаменной болезни – это как раз отхождение кристаллов солей с мочей. Спасибо, спасибо за ответы. Угу. Давайте прервемся ненадолго, посмотрим рубрику «Новости медицины», потом вновь вернемся в студию. Всемирная организация здравоохранения озабочена вспышкой кори в Европе. В январе этого года заболело около 600 человек. В феврале заболеваемость выросла. Ожидаются результаты мониторинга за март. Большинство пациентов – жители Франции, Германии, Италии, Румынии, Польши и Швейцарии, где вакцинацию от кори прошло менее 95% людей. Этот показатель считается пороговым для защиты населения. Роспотребнадзор информирует о начале сезона клещей. На сайте ведомства появилось предупреждение, что из-за потепления клещи уже активизировались. За врачебной помощью по состоянию на конец марта обратились около 400 человек. Во всех округах и субъектах России лаборатории готовы принимать клещей для исследования на энцефалит и боррелиоз. Начались работы по обработке местностей. США тестируют новую методику подбора антидепрессантов по анализу крови. Ученые медицинского центра Университета Техаса обнаружили и подтвердили экспериментально, на то, какое именно лекарство подействует лучше, влияет уровень С-реактивного белка. При его пониженном и повышенном уровне устойчиво эффективны разные препараты. Их назначение должно учитывать лабораторные исследования. В Австрии вызвали тревогу тесты разных сортов чая на содержание опасных веществ. Были проверены 33 пробы, все они содержали по несколько видов пестицидов, в основном в небольшом количестве, но влияние сразу группы токсинов на здоровье не изучено. Кроме яда химикатов от вредителей чайных плантаций найден антрахинон – продукт сжигания горючих газов, с которыми чай мог контактировать во время сушки. И еще сообщение. Китайские ученые во время изучения городского мусора обнаружили новый вид плесени, способный разлагать пластмассу за 2 месяца. Грибок размножается на поверхности пластика и выделяет ферменты, которые являются катализаторами биологических реакций с составляющими компонентами пластика. Вероятно, в будущем его можно будет масштабно использовать в рамках борьбы с загрязнением планеты. Мы снова в студии, видеоканал «Здравствуйте». У меня сегодня в гостях Павел Николаевич Голуб, врач-уролог, член Российских обществ урологов и онкоурологов, член Профессиональной ассоциации андрологов России, ведет прием в городской поликлинике номер 7 и поликлинике городской клинической больницы номер 38, ну еще и в частных центрах. Мы сегодня говорим об урологических заболеваниях и о цистите, вот прицельно продолжая тему нашей прошлой передачи. Есть звонок от телезрителя, давайте сначала конечно ответим, потом продолжим. Алло. Скажите, пожалуйста, а как статины влияют на почки и вообще как их принимать? Постоянно или можно прерывать? Статины, да, если не знаю, статины и почки. Так. Значит, препараты статины выписываются по определенным показаниям. Это либо атеросклероз, атеросклеротическое поражение сосудов, либо же, соответственно, при трансплантации органов прописываются такие препараты, как статины. Какая ситуация у данного пациента, мы можем только догадываться. Соответственно, статины выписываются на постоянный прием. Прерывать их можно только с разрешения врача-специалиста. Если это атеросклероз, то, соответственно, с разрешения врача-специалиста, кардиолога, либо терапевта. Значит, если это касается трансплантации органов, то прием статинов строго пожизненный. Это не только трансплантация органов, как повторюсь, но еще и различные виды, скажем так, заменители органов, такие как клапаны на сердце. Сердечные, да? Да, вот конечно. Это... Тут тоже постоянный прием статинов, и не только статинов. Соответственно, необходимо все назначения врача соблюдать так, как написано. Как они влияют на почки? Есть ограничения при почечной недостаточности для этих препаратов. Но в то же время при трансплантации почки назначаются тоже статины. Поэтому это надо очень четко контролировать, сдавать анализы, мочевину креатинин, исходя из биохимических анализов крови, ну и смотреть, соответственно, иммунный профиль организма, если это назначено при вот
трансплантации. Ну, к циститу это, слава богу, не имеет отношения, но тем не менее, вот что касается цистита, вот что еще тоже так зыбко понято было телезрителями, и как бы и мной тоже в том числе, вызывают цистит и, кстати, другие вот восходящие заболевания, те же вот как бы к почечным проблемам ведущие, разные бактерии, но чаще всего только какая-то одна. Вот. Назовите ее еще раз, пожалуйста. Кишечная палочка. Эшерихия коли. Лечатся все антибиотиками, это обязательно. Лечатся также сопутствующими препаратами, и противовоспалительные могут быть назначены врачом, и еще как бы другие препараты, там, да, если спазмы, если боли, да, соответственно, другие. Чем мы себя можем в качестве профилактики, как-то чем мы можем себе помочь? Обезопасить и помочь себе в качестве профилактики в холодное время года, а также в, скажем так, в моменты акклиматизации организма, мы можем препаратами фито. Значит, фитопрепараты, они широко представлены, к ним относятся и различные вытяжки из трав. Самыми известными являются препараты на основе клюквы. Это клюквенный морс, конечно, мы не будем пить в таком количестве каждый переходный период времени года, но препараты на основе клюквы можем вполне принять. Есть такой препарат Уранорм, он содержит в себе экстракт канадской клюквы. 36 миллиграмм его суточная доза. То есть вот это для профилактики, да, именно? Да. Тоже курсом? Тоже курсом, соответственно, мы пропиваем этот препарат в течение 20 дней. Тем самым даем вероятность организму восстановиться немножко в этот период времени. Вот на цистит жалуются сейчас, весной, когда период простудных заболеваний. Да, вот мы сегодня даже затронули тему, что у нас вот цистит медового месяца, и тогда тоже, значит, надо предусмотреть. И вот про отпуск был вопрос. Ну вот это связано с ранними купаниями нашими, или просто, может быть, что-то по этому поводу. Действительно вот растет, вот отпуска начинаются, на дачу мы поехали, вот уже как бы купаться начинают люди, первые купания, и вот опять всплеск цистита, так ли это? И нужны ли вот здесь такие профилактические приемы? Ну, раньше купательный сезон открывать, конечно, не стоит, потому что не все мы люди закаленные, и если солнышко светит, вода при этом может быть совсем не теплой. У всех организмы, у людей разные, поэтому холодные водные процедуры все переносят тоже по-разному. Что касается закаливания, оно не должно, скажем так, переходить на уровень переохлаждение. В общем, не холодом закаливаться. Не холодом закаливаться. И если период закаливания идет определенное количество времени, определенное количество градусов убавляется, то есть это постепенный процесс, не резко как-то подумали, что надо начать закаляться душем. И как-то вот резко это начинать. Нет, не совсем так, не совсем это правильно, конечно. Но, соответственно, цистит может обостриться в период вот отпусков, в период, когда организм подвергается некоторым изменениям, переохлаждениям в том числе, это и осень, и весна, переходные периоды времена года. В эти времена года необходимо заниматься, соответственно, профилактикой. Особенно, вот то, о чем мы сказали. Особенно тем людям, клюква. Конечно. Особенно тем людям, которые находятся, скажем так, в группе риска. Это люди с хроническими инфекциями, с сахарным диабетом, с ослабленным иммунитетом ввиду других заболеваний. Все эти люди должны, конечно, и посетить уролога, если у них все-таки есть какие-то сомнения на этот счет. Два раза в год можно все-таки выделить время и прийти к специалисту, дабы сдать минимальное количество анализов и пройти хотя бы минимальное обследование. Дабы обезопасить себя от таких вот обострений, от острых заболеваний. Ну, хотя бы, чтобы понимать, что вот делаешь это, риск вот такой. Давайте, вот очень такой вопрос тоже был. Расскажите, пожалуйста, о чем может нам, вот какие нам данные дает анализ мочи? Вот то, что, значит, назначает уролог, это ведь два анализа мочи, да? То есть это общий и специфический. При цистите мы должны найти именно ту бактерию или подтвердить, да, наше представление, что именно эта бактерия вызвала все наши проблемы. А вот какой, от чего, чем отличается? И вот эти вот самые главные параметры, в конце концов, нам они все на руки приходят, мы их рассматриваем, читаем, количество лейкоцитов, это вот самые важные параметры. Здоровье, нездоровье. Значит, что касается посева мочи, давайте закончим с ним. Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам дает нам ответ, какая бактерия живет в мочевых путях. То есть это не обязательно мочевой пузырь, это может касаться и почек.
касаться и мочекаменной болезни, если вот брать не только цистит заболевания, но и хронический пиелонефрит, уролог обязан назначить посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Это как бы перепроверка, получается, самого врача и перепроверка того заболевания, которое присутствует у пациента воспалительное. Вот. Что касается параметров общего анализа мочи. В параметры общего анализа мочи входит это и среда мочи. Она должна быть кислая либо слабокислая. Плотность мочи. Параметры наличия лейкоцитов, наличия эритроцитов, наличие кристаллов в моче. Вот эти параметры, ну, скажем так, основные. Наличие бактерий, опять-таки, общий анализ мочи. Какие-то лаборатории улавливают наличие бактерий, какие-то лаборатории их не улавливают. А вот какие-какие, да? Чтобы уж тогда шли туда, где... Сравнение с лабораторией. Ну, у нас в государственных учреждениях хорошо представлены, скажем так, лаборатории, все они функционируют, все они хорошо работают. На общий анализ... Здесь можно в поликлинике, можно не сомневаться. Общий анализ мочи в государственном учреждении, мы можем в нем не сомневаться, скажем так. Ясно, спасибо. Есть вопрос, давайте будем отвечать. Алло, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Неделю назад я стала посещать бассейн, а у меня появились тянущие боли внизу живота. Других симптомов нет. Может ли это быть цистит? Спасибо. Так. Вполне возможно. То есть необходимо как минимум сдать тот общий анализ мочи, про который мы говорим. Если это связано именно с посещением бассейна. Сейчас стало на улице вот буквально пару дней только тепло. До этого была все-таки прохладненькая погода. Если вы посещаете бассейн, должны тщательно высохнуть, просушиться, а уже потом выходить на улицу. Ни в коем случае нельзя, скажем так, разгоряченным выходить на улицу в холодную погоду. Тем самым в любом месте организма, будь то мочевой пузырь, будь то лор-органы, может начаться воспалительный процесс. Девушке необходимо сдать общий анализ мочи и обратиться к урологу. Ясно. По поводу, кстати, возможного цистита, как раз о чем мы сегодня говорим. Спасибо. Давайте еще прервемся. Узнаем, какие прогнозы ждут, какая погода ждет людей метеочувствительных, что у нас хорошего, что плохого. Потом вновь вернемся в студию. По прогнозам синоптиков, завтра днем до 10 градусов тепла, в воскресенье и понедельник немного прохладнее. Люди метеочувствительные могут ощущать недомогание из-за довольно резких суточных колебаний атмосферного давления. Сегодня вечером и в субботу оно снизится до 742 миллиметров ртутного столба, а затем вернется к норме. Перепады неблагоприятны при заболеваниях сердца и сосудов. Прогноз солнечной активности на предстоящую неделю благоприятный. Геомагнитная обстановка ожидается спокойная. Вероятность магнитных бурь и штормов составляет менее 10%. Специалисты отмечают, что в период до 16 апреля маловероятны даже небольшой интенсивности возмущения. С 17 апреля вероятность магнитных бурь резко возрастает. В ближайшие дни и до 11 апреля Луна растет. Период благоприятен, увеличивается энергия и активность мозга. Если в настоящее время человек не чувствует подъема сил, значит ресурсы организма в достаточной мере исчерпаны, и он нуждается в отдыхе и расслаблении. Вторник и среда на следующей неделе – дни полнолуния. Они считаются неблагоприятными для хирургических вмешательств и вакцинации. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Сегодня у меня в гостях Павел Николаевич Голуб, врач-уролог. Мы обсуждаем сегодня проблемы цистита и вот ряда других урологических проблем, с которыми сталкиваются очень часто наши телезрители. И очень много вопросов всегда посвящены диете. Вот что мы едим и как это влияет на нашу мочеполовую систему, на тот же мочевой пузырь, на почки. Вот давайте мы с вами эту тему подробнее для наших телезрителей все-таки осветим. Как правильно питаться, чтобы не болеть? И как питаться, когда есть какие-то проблемы, вот в том числе и цистит? Трудный вопрос с питанием. Дело в том, что мы живем в современном обществе, и экологически чистых продуктов приходится потреблять не такое большое количество на данный момент, который не содержит ни консервантов, ни добавок, ни усилителей вкусов. Это продукты, которые практически на данный момент здесь, в нашем современном мире, не достать. Значит, что касается людей, которые страдают воспалительными заболеваниями органов мочевой системы, это прежде всего необходимо снизить потребление соли. То есть диету не говорю полностью бессолевую, но, тем не менее, снизить можно потребление соли до 3-3,5 грамм в сутки.
То есть вот просто посмотреть, что такое вот эти 3,5 грамма, и вот учитывать, что в любой практически еде, да, что бы вы ни ели. Также диета при, соответственно, воспалительных заболеваниях органов мочевой системы, она включает в себя исключить из питания соленое, копченое, жирное, жареное, скажем так, пищу, содержащую много консервантов, даже дабы снизить нагрузку на органы мочевой системы. Ведь почки наши занимаются тем, что фильтруют мочу из крови. То есть, по сути, отфильтровывает большее количество шлаков, которые скапливаются в нашем организме. Тем самым, если нагрузка будет на мочевую систему поменьше, соответственно, и мочевая система немножко наберется сил и начнет двигаться по пути восстановления. Ведь организм, он задуман очень интересно и очень правильно со стороны вот функционирования всех органов и систем. Свойства организма настолько уникальны, что он способен к самовосстановлению с периодом, с определенным количеством времени. И необходимо немножко с нашей стороны, со стороны и пациентов, и со стороны врачей, необходимо организму все-таки помочь в этом трудном задании. Вот. Диета – это основной момент в жизни человека, ведь кушаем мы каждый день и пьем мы водичку каждый день. Что касается потребляемой жидкости, да, вот это вот тоже очень количество такой важный жидкости вопрос. Потребляемой необходимо увеличить, но нужно взять во внимание тот момент, что есть ли у данного пациента сопутствующие патологии. Эта сопутствующая патология касается и сердечной патологии, такой патологии, как сердечная недостаточность. Ведь при сердечной недостаточности, скажем так, большое потребление жидкости лишь усугубит ситуацию. Необходимо все-таки проконсультироваться и с врачом-урологом, и с врачом-кардиологом, если есть такая патология, по количеству потребляемой жидкости. Угу. В норме человек должен потреблять чистой жидкости, то есть чистой водички, 2-2,5 литра в сутки. Стараться отталкиваться от этих значений. То есть вот хотя бы вот эта средняя величина, которой придерживаться нужно. Соответственно, во время лечения воспалительных заболеваний мочевой системы необходимо исключить и газированную воду. И алкоголь. Вот газированную воду спрошу. Значит, вот иногда мы для здоровья, что называется, пьем воду ту, которую, например, в аптеке можем купить. Значит, как бы и там вода, это самая газированная, вот она целебная. Ее тоже в этой ситуации не нужно лучше? Используются в лечении урологических заболеваний такие минеральные воды, как, не буду называть их названия, но, тем не менее, используют слабощелочные минеральные воды. Ну, то есть все-таки вот те, которые аптечные, будем так говорить, они разрешены? Часть аптечных минеральных вод можно принимать, но все-таки лучше спросить у врача, лечащего уролога, врача. Конечно, конечно. Дабы я сейчас не голословен был в своих высказываниях, и дабы врачу не дискредитировать ни пациента, ни врача, необходимо подходить конкретно к каждой ситуации. Все ясно. Еще давайте, вот если уж мы заговорили, значит, о воде сказали, о питании тоже понятно, что вот сейчас вот очень в интернете там, давайте для улучшения, значит, питания, значит, для витаминов в организме, для иммунитета, вот хотя бы ту же квашеную капусту. Это все нет. Это все не сейчас, это все не как не к воспалительным. Не в этот период. Не в этот период. А, что касается еще разных вопросов. Очень много таких вот вопросов, знаете, например, какие? А, вот в мокром купальнике можно ли находиться, допустим, на пляже? Вот какие-то практические вопросы, которые иногда мы вот урологу не успеваем задать в кабинете. Действительно, вот скажем, тесное белье, это как бы вот лишний риск цистита. Или, например, вот в мокром купальнике действительно на пляже посидела, не переоделась, тоже как бы ты себе увеличиваешь шансы этим заболеть. Значит, что касается мокрых плавательных костюмов, это и купальники, и, значит, и мокрые плавки. Значит, больше всего, в большей мере это касается, конечно, детишек. Так как взрослые все-таки пытаются как-то, ну, может быть, с некоторыми причинами это связано, все-таки мокрое белье стараются с себя снимать. Вытираться насухо полотенцем. Ну, то есть мы хотя бы следим за собой. Да, да, взрослые в этом плане, они более, скажем так, настойчивы, более чувствительны в этом плане. А вот детишек, конечно, за детьми необходимо следить. То есть и тесные плавки, и тесные трусики у девочек необходимо, ну, как-то подойти с ответственностью к выбору, во-первых, детского купального костюма. Это во-первых. А во-вторых, если искупался, если сидит жаркая погода, тут уж
В зависимости от некоторых обстоятельств. Все-таки родители внимание как бы уделяют. Конечно, родители пусть уделяют этому внимание. Насчет синтетики тоже. Очень много вот тоже сказано. Кто-то считает, что вот никакого отношения к урологическим проблемам не имеет, а кто-то, наоборот, вот в интернете утверждает, что синтетика – это вот вред. Вред конкретный, и шансы заболеть чем угодно, любым инфекционным. И, значит, по части гинекологии и по части урологии увеличивают. Значит, прилегание синтетического белья, оно намного выше, чем прилегание хлопкового белья. Пропуская воздухопроницаемость этого белья, она тоже пониже, чем у хлопкового белья. Все-таки натуральные ткани лучше использовать как вот одежду, нежели чем синтетические. Но так как сейчас на рынке широко представлена синтетика, мы от этого никуда не денемся. Необходимо просто соблюдать гигиену. И, соответственно, ну, все-таки немножко поменять ответственность к выбору своей одежды. Особенно если как бы эта проблема вот такая периодически возникающая, да? Конечно, конечно. Если мы говорим о постоянных обострениях цистита, человек должен задуматься и об одежде, которую он носит, соответственно, которая касается его мочевых и половых органов. Еще вот такой вопрос. Связано ли с циститом или с болезнью почек отеки и мешки под глазами, особенно утром? Да, конечно, связано. То есть человеку необходимо, данному пациенту, у которого возникли отеки под глазами, отечность лица, одутловатость в утренние часы, подойти на прием к врачу-урологу, дабы пройти обследование и проконсультироваться на предмет отеков, которые возникли именно из-за почечных заболеваний или все-таки возникли по причине других заболеваний. А с циститом это тоже может быть связано? С циститом может быть связано, но совсем косвенно. Уже не напрямую, косвенно, по крайней мере. Да. Ну что ж, спасибо большое. Вот, кстати, особенно еще просили отеки на ногах. Это тоже к урологу и к нефрологу, да, провериться все-таки? Ну, не совсем. Если отеки на ногах возникают в вечерний период времени, то есть это физиологические, да, причины, да? Ну, так? Не совсем так физиологические. Конечно, физиологические, если вы находитесь в вертикальном положении в течение дня, нагрузка идет на сосуды побольше, жидкая часть плазмы крови выходит за пределы сосудов, она выходит и в ткани. Соответственно, отечность ног будет присутствовать. Угу. Но все-таки стоит посетить и врача-терапевта. Что это действительно не проблема уролога. Спасибо вам большое, спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Встретимся ровно через неделю в то же время на канале ННТВ. Здоровья вам!